Итак, с нами снова полузащитник команды СПБГУ Тимур Джумагазиев. Тимур, скажите, пожалуйста, как оцениваете сегодняшний матч? Почему вчера так не получилось сыграть? Ну, по сравнению со вчерашним матчем, вообще со всем турниром, сегодня была более смысленная игра с нашей стороны. Мы больше оборонялись, но, как это ни парадоксально, мы сегодня сыграли в более атакующий, что ли, футбол, даже гол забили. Да, поздравляю с забитым голом. Скажите, пожалуйста, как оцените прошедший турнир, который все-таки в стенах родных проходил? Ну, в родных стенах всегда проще играть. Что касается организации, турнир прошел здорово, как и все предыдущие. Надеюсь, гостям понравилось в Питере. Как будете готовиться к весенним турам, все-таки еще играть и играть с лидерами? Будем, ну, я думаю, мы будем серьезно готовиться, потому что команды все хорошие. Здесь не бывает простых матчей, как показал турнир. Будем настраиваться, готовиться. Да, спасибо большое, всего доброго.